И здравия, соратники. Сегодня у меня 15.24. Интересное совпадение циферное такое. И я хочу вывалить на вас очередную серию хроник безумия. Хроники безумия. Многие спрашивали уже, почему давно не было. Да потому что я не считаю необходимым повторять 100 раз одно и то же. Из того, что я сказал. В общем-то, ничего нового в мире не происходит и не происходило все это время. Потому что все, что происходит, укладывается легко в одну и ту же канву, в одну и ту же цельную картинку. Демонтаж существующей цивилизации, полностью демонтаж всего человеческого и превращение всех нас в электронный муравейник под управлением роевого сознания, так называемого ИИ. Вот к этому все идет, туда же идет еда из сверчков, из насекомых. И уничтожение ферм. Вот в Голландии 30 тысяч ферм хотят уничтожить. Это основной замечательный источник белка, это и молоко, и яйца. Говорят, что они борются с климатом. Изменением климата, хотя они это изменение климата и создают полоски в небе, которые отражают солнечные лучи и вообще насыщение микрочастицами, микроэлементами, скажем так, блестящими в атмосфере, которые отражают солнечные лучи, что приводит к тому, что меньше влаги, общее похолодание, меньше влаги, значит меньше одеяло, так называемое воздушное. И, соответственно, жарче лето и намного холоднее зимы. Ну а чтобы народ не выжил в том, что грядет, будет тотальный, но негласный, как бы неофициальный запрет на использование баллонов после пары штрафов. Не знаю, правда, кто будет это все использовать, внедрять, штрафовать, потому что сейчас столько штрафов, там 400 тысяч за неправильное использование говна на собственном участке. Вот это вот то, чем занимается нынешняя власть. Ну вот то, что баллоны помогут выжить и чтобы не могли люди выжить в том, что грядет зиму 20, на 24-й год, с 23 на 24-й. Вот все, что я говорил, вот оно. То же самое хроники безумия, ну вот. Да, люди прекрасно манипулируют сознанием. Пономарь, теория большого шока и даже Настика грешит тем, что наезжает на Трампа. Просто так. Казалось бы, любое... Вот один из критерий того, что цеховики, наезды на Трампа. Он говорит, что избавиться нужно. Он говорит об одном, а тут переводит на возраст и в свои 76 решил избавиться от старших. Он не от старших решил избавиться. Возраст тут ни при чем. Вот переводят с одного на другого. Очень классно, на самом деле, изучать, как работает враг. Просто на уровне формальной логики. Вот одно из изданий таких, которое грешит вот этим вот манипулированием вниманием. И перевод темы стрелок. Да, естественно, из того, что можно обсудить, это кто на самом деле убил так называемого Владлена Татарского, и это мы обсудим, и, соответственно, электронные повестки. Я постараюсь кратенько уложиться. Цифровизация военкоматов и электронные повестки. На самом деле ничего нового, то же самое.